Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Враби, я являюсь независимым лидером компании Oriflame. И сегодня у меня особенная миссия, заключающаяся в том, что сегодня я хочу вас познакомить с мужской частью каталога компании Oriflame. На самом деле, это желание может быть необычным, с другой стороны, оно может считаться относительно таки заурядным, по той простой причине, что в нашем каталоге очень много продукции, которая предназначена конкретно для мужчин. Необычно это заключается в том, что всегда, когда кто-то работает с каталогом, почему-то клиенты и люди воспринимают наши каталоги как каталоги, ориентированные на женщин. Да, скорее всего, так оно и есть, но я помню меня в тот момент, когда я заключал контракт с компанией, когда я начинал работать, и делал я это не потому, что хотел очень много заработать, а по той простой причине, что я регистрировался как потребитель, приобретать для своей супруги со скидкой. И, конечно же, с одной стороны, я увидел хорошую скидку как для потребителя, с другой стороны, мне было интересно, что же там все-таки есть такого конкретно для меня, как для потребителя. Ну, мужчины как потребителя, потому что до Oriflame я пользовался, естественно, продукцией других брендов, приобретая продукцию в совершенно различных местах, в магазине, на рынке, но когда я открыл каталог, я нашел там всего лишь несколько ароматов и всего лишь одну страничку продукции, которая была посвящена конкретно мужчинам. Меня это на тот момент очень сильно удивило, и слава богу, компания развивается, создает большое количество продуктов для нас. И плюс сегодня я хочу помочь не только определиться вам с продукцией, которая подходит мужчинам, но также хочу помочь своим партнерам, ребятам, которые работают в моей команде, по той простой причине, опять же, что мне когда-то было достаточно-таки сложно подойти к своим коллегам по работе и предложить им каталог. Почему? Потому что обычно мужчины все-таки, которые строят бизнес, занимаются более администраторской работой. В случае же продажников они ориентированы на немножко на другой фокус. Но с учетом того, что 50% населения это все-таки мужчины, я считаю совершенно важным и необходимым и вам рассказать о нашей продукции и помочь своим бизнес-партнерам работать с тем продуктом, который является для них удобным. На самом деле, у нас в команде много парней и мужчин, которые строят бизнес, и они с легкостью работают что с женской, что с мужской косметикой. Но я сделал для себя такое решение: до конца этого года, каждые 3 недели, я буду готовить для вас обзор мужской части каталога. Итак, каталожный период номер 14, он стартует уже в ближайшие дни, уже 4-5 числа, 4-5 октября вы сможете приобретать отсюда продукцию. Конечно же, любой каталог, он имеет в себе определенные акценты, драйверы и специальные предложения, скидки. Поэтому совершенно о всех продуктах я не буду рассказывать, это займет большое количество времени. У нас и так около 20 слайдов. Вначале я хотел разбить эту презентацию на несколько частей, но все-таки решил рассказать все и сразу. Ну и помимо всего, помимо нашей мужской гаммы, да, я буду говорить сейчас, обращаться все-таки больше к мужчинам, я хочу вам подсказать минимум 3 продукта, 3 женских продукта, которые вы с легкостью можете либо предложить своему клиенту, либо если вы потребитель, который смотрит сейчас наш видеообзор, я бы на вашем месте обратил бы внимание на эти продукты для того, чтобы презентовать их, приобрести своей любимой девушке, супруге, женщине, потому что всегда приятно, когда вы проявляете заботу. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с замечательного продукта, замечательной новиночки. Мы начнем с того, что является основным таким вот такой основной изюминкой данного каталожного периода. Сейчас такой период, когда очень большое количество пар, влюбленных пар, семейных пар, старается подчеркнуть свои взаимоотношения и единство вкусов и взглядов.
Такие пары обычно выбирают какие-то символичные аксессуары, ну, одинаковые кольца, подвески, либо цветовые сочетания в одежде. Но есть особая категория людей, наших клиентов, которые делают особый акцент на парных ароматах, на парных парфюмах. Поэтому такие люди очень сильно ценят парфюмы, которые идут в серии для него и для нее. Я уверен, что именно такая парфюмированная пара подчеркивает ту самую неведомую нить, которая связывает влюбленных людей. Кроме того, парные ароматы, они обладают одной особенностью. Когда пара находится вместе, их парфюм сливается в один, вот совершенно новый, неповторимый аромат. Единственный только для двоих. Именно поэтому многие парфюмерные дома выпускают парные ароматы. У нас в Oriflame уже есть такие примеры парных ароматов, таких как Кла, как Джордани Голд, как Минсаммер, как Софио. Все эти ароматы являются очень успешными, очень продаваемыми, очень эффективными. В каталоге номер 14 мы видим добавление к уже Possess, который был женский, добавление Possess Man. И чем интересен этот аромат? Он создавался, когда он создавался, парфюмера вдохновляла легенда, история о Спартаке, о очень известном гладиаторе. Да, это бывший воин из Фракии, который попал в плен к римлянам, был превращен в гладиаторов. Гладиатора успешно дрался и, будучи харизматичной личностью, он стал легендой при жизни. Он возглавил восстание на территории современной Италии, и все знают, все видели фильмы, читали книги, наверное, с детства знают, что такое восстание Спартака. Согласно легенде, Спартак перед каждым боем смазывал тело ароматным лавровым маслом. Запах придавал ему сил, а целебные свойства масла помогали заживать рано после победы. Лавровое масло стало одним из ключевых ингредиентов этой туалетной воды. Давайте вот посмотрим, кто такой мужчина в стиле Possess Man. Это человек, который обладает такой яркой харизмой и таким сильным характером, что ему по плечу управлять этим миром. Он всегда идет дальше, не останавливаясь на достигнутом и не оглядываясь назад. У таких мужчин получается все, что они задумают, потому что они точно знают, чего хотят. И хочу вам сказать, что Possess Man — это аромат победителей, которые постоянно пробуют себя на прочность, завоевывая мужское уважение и женские сердца. В общем, если так подумать и проанализировать, наверное, каждый мужчина стремится к тому, чтобы быть победителем, и когда ему в этом помогает еще аромат, который подтверждает, утверждает его самобытность и мужественность. Я думаю, что это дополнительные баллы для того, чтобы по жизни быть успешным. Обратите внимание на этот флакон. Флакон абсолютно уникальный, очень интересный. Он выполнен чисто таким вот маскулинным дизайном и спокойных тонах. Отделка под фактурный металл в верхней части флакона символизирует мужественность и напоминает доспехи гладиатора. Если возьмем описание, то это восточно-фужерный аромат, верхние ноты – грейпфрут, семена кориандра, ананас, сердце – это, как я говорил раньше, лавровое масло, цветки апельсина, лаванда, и шлейф – это пачули, корень, фиалки и кожа. Я уже не буду останавливаться отдельно на нотках, это вы можете узнать у наших партнеров, у наших консультантов. Единственное скажу, что сама основа лавра, да, бальзамический запах лавра, он имеет тонкий такой пряный оттенок и считается исконно мужским. В ароматерапии лавр ценится за очищающее действие, которое он оказывает на разум, тело и душу. В Древней Греции лавр это благородное растение, венчающее голову бога. Он стал знаком победителя, символом славы и уважения. Римляне тоже распространили традицию лаврового венка и награждали ими победителей. Ну, а что такое фиалковый корень в парфюмерии? Да, вот мы говорим, там, мужчина, фиалка, вроде бы не вяжется. Но тем не менее, фиалковый корень – это корень риса касатика. Объясняется тем, что его корневище действительно пахнет фиалкой. Он придает композициям древесно-цветочно-пудровые оттенки и в то же время служит очень хорошим фиксатором. Сам корень фиалки в парфюмерии не применяется, поэтому будьте внимательны. Создавал парфюм Жан Кристоф Эро. Это человек, который создавал ароматы для Шопа, для Дэвида и Виктории Бекхэм, для Эсприт, для Лагерфельдов и многих других известных домов. И он говорил о том, что когда работал над созданием этого аромата, сама работа стала для него настоящим вызовом, потому что очень сложная задача была заключить мужскую соблазнительность в рамки аромата, который одновременно являлся бы и убедительным, и привлекательным, и олицетворял бы радость новых свершений. Это то, что касается Possess Man, да? Но помимо всего прочего,
на этой гамме есть еще Possess женский аромат. Если вы начнете искать отзывы, то увидите, что все женщины, которые пользуются этим влекущим, соблазнительным, пленительным ароматом, который воплощает магическую силу Клеопатры, да, то есть той девушки, которая завоевала сердце полководца Марка Антония, все отмечают его стойкость, отмечают его качество, и все девушки, которые еще не пользовались, но тестировали этот аромат, они наверняка захотят его приобрести. Почему я говорю о посессии женской? Потому что в парный нам аромат, как я сказал, взаимодополняет вас как друг друга. И что самое интересное, обратить внимание еще и на скидку. Да? Если мы будем подходить к вопросу еще достаточно-таки практично, то увидите, что данный аромат в этом каталожном периоде можно приобрести с 50% скидкой. Двигаемся дальше, и мы продолжаем наш обзор с серией Pure Skin. Это специальная серия для того, чтобы решить проблему кожи там, где есть высыпание. Очень многие парни, очень многие мужчины имеют такую жесткую проблему с прыщиками. И если еще девушки максимально стремятся это все скрыть под там, пудрой, тоналкой, то мужчинам некуда деваться, приходится эту проблему решать. Либо мы отращиваем бороду такую хипстеровскую, либо мы занимаемся каким-то там самолечением, многие даже ходят в косметологические кабинеты, либо мы пользуемся нормальным продуктом, который решает все вопросы. Что нужно знать, что нужно лицо умывать, для этого есть специальное очищающее средство, видите, под цифрой 1. Есть тоник, который чистит поры в глубине, и есть крем, который вы можете использовать либо как крем, либо можете даже использовать как бальзам после бритья. Абсолютно эффективные средства, абсолютно классные продукты для мужской кожи. Также я обращаю ваше внимание на то, что в данном каталожном периоде вы найдете золотой бестселлер, хит продаж Oriflame. Это супер продукты, которые в принципе, наверное, на которые в принципе больше ориентированы мужчины, а не женщины. Почему? Потому что мужчина — это сила, потому что мужчина — это напор, мужчина — это энергия, мужчина — это повышенная трудоспособность, это тот человек, который должен добывать и приносить домой. И если вы уже сейчас испытываете определенные проблемы с восстановлением, со сном, с силой и выносливостью, то вам просто необходим этот поликомплекс, который состоит сразу из трех мощных ингредиентов. Это поливитамины, которые нам нужны по-любому, потому что мы обычно не питаемся правильно и качественно. Это омега-3, которая позволяет нам восстанавливать наши силы во всех отношениях. Это то, что укрепляет волосы, опять же, и кожу, ну, кожу и волосы как придаток, что для мужчин это опять же важно. И астаксантин — это тот ингредиент, который повышает выносливость ровно в 2 раза после полугода его использования. Что хочу сказать, то что вы можете приобретать по специальной программе данные продукты, приобретаешь 3-й, 4-й в подарок. Это очень хорошее предложение, 25% скидка фактически получается. И даже если вы еще не испытываете каких-то там, ну, дискомфорта по жизни, те, которые я сказал раньше, делайте, применяйте, потому что как врач могу сказать, что любую проблему проще предотвращать, чем потом ее устранять либо решать. Мы, мужчины, мы ведем активный образ жизни. И активный образ жизни бывает разным. Есть те люди, которые занимаются спортом, есть те люди, которые работают в офисе, есть те люди, которые постоянно на ногах и не успевают перекусывать. Я вам рекомендую несколько моментов. Те, кто из вас работают в офисе, это IT-специалисты, либо просто вот офисные работники, которые не успевают заниматься большой физической нагрузкой и чувствуют, что вот-вот там вес начинает повышаться, для вас есть специальная программа с применением специальных сухих смесей для коктейля Natural Balance. Это коктейли с очень приятным вкусом, которые позволят вам делать перекусы в офисе. Точно так же вам помогут в виде перекусов специальные супы Natural Balance. Если мы посчитаем стоимость шейка либо супа, то получается как такой вот легкий перекус в столовке. Даже в столовой выйдет дороже, чем одна порция нашего wellness шейка либо wellness супа, но вы экономите большое количество времени. Если вы такой же человек, как я, который постоянно находится в движении и иногда просто-напросто не успевает следить за всеми параметрами, да, вот там по графику покушать, там, либо еще что-то,
то вам такие продукты просто необходимы. Шейк, он легко взбивается, вы можете иметь при себе шейкер, я не сомневаюсь, что у вас как бы в офисе будет миксер для того, чтобы взбивать, но легко он взбивается в шейкере. Суп просто-напросто заливается горячей водой, готовится, можно как бы его и сухариками, конечно, можно сочетать с какими-либо фруктами после того, как вы выпили шейк, либо скушали суп, и вы получаете сбалансированную по всем отношениям пищу, которая обогащена протеинами, опять же, это протеиновые коктейли, что позволяет вам, с одной стороны, получить все необходимые ингредиенты, да, нутриенты, а с другой стороны, не приводит к набору веса. И самый такой вот два интересных момента. Первый интересный момент – это то, что проходит чувство голода, и мы как мужчины привыкли иногда, наверное, большинство накидываться, да, там кушаешь, сразу там в себя накидал кучу всего, желудок такой тяжелый, и ты понимаешь, что ты поел. А тут ты понимаешь, что ты кушать не хочешь, но желудок легкий, да, вот своеобразное ощущение, к которому быстро и приятно привыкаешь. И еще такой интересный момент – отбивает тягу к сладкому. А там, где отбитая тяга к сладкому, там отбит тяга к кофе, чаю там и прочим вещам, которые нас отвлекают от работы, дефокусируют и уменьшают наши результаты. Я уверен в том, что каждый из вас слышал фразу о том, что настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Поэтому, если вы уже папы, и совершенно тут уже не важно, кого вы растите, сына либо дочь, я уверен в том, что вы наверняка заботитесь о их здоровье, о их успехах даже больше, чем о своих результатах, потому что дети – это чудо, у меня двое сыновей, и я о них забочусь, я их подкармливаю нужными вещами. Почему? Потому что, опять же, я понимаю, что, к сожалению, они не растут в тех условиях, в которых в свое время росли мы. То есть они едят фрукты, но не те фрукты. Они едят рыбу, но не ту рыбу. Они, особенно если это городские дети, пользуются совершенно другими питательными веществами, растут на других питательных веществах. Поэтому компания разработала специальный комплекс поливитаминов для детей, абсолютно уникальный комплекс, который обогащен ингредиентами, тем же молибденом, который вы не найдете в аптечных продуктах. И это жевательные таблетки с вкусом цитрусовых, то, что очень сильно нравится детям. И плюс омега-3 комплекс – это не рыбий жир, который продается в аптеках, это чистый, уже выделенный омега-3, который и укрепляет иммунитет, и улучшает зрение, и кости, зубы, и вместе с витаминами дает дополнительную энергию. Самое главное, там такая доза омега-3, что позволяет вашему ребенку развиваться очень сильно с нейрологической точки, то есть развивается мозг, развивается нервная система, дети стают, ну не то что более послушными, более спокойными, нераздражительными. Проводились даже специальные исследования, которые показывали, что очень часто отстающие в учебе дети начинают благодаря омега-3 быть более фокусированными на учебе, на результатах, на достижении, на проявлении креативности. И в результате трудные дети, трудные подростки становятся очень успешными как в учебе, так и в кругу своих сверстников. Поэтому, если вы заботливый папа, я вам рекомендую. Кстати, вот эти продукты, wellness-шейки, супы, комплексы wellness-пэк, также витамины и омега-3, они идут в специальной программе, как я говорил раньше, покупаешь 3, и четвертый получаешь подарок. Причем не нужно сразу три купить, а каждые 3 недели, вот как идет дозировка на 3 недели у каждой упаковочки, вот 3 недели пришло, вы заказываете следующий. 3 недели пришло, вы автоматически как бы заказываете следующий. И на четвертый как бы раз вы получаете это бесплатно. Очень выгодное предложение, особенно если вы еще имеете нашу скидку. Ну и мы пришли к ароматам. Ароматов в Oriflame много, огромное количество, я не буду рассказывать о всех. Но хочу подчеркнуть те, что идут на очень хороших предложениях, на очень хороших скидках. Такие как Signature, да, как называют наши Signature, консультанты так говорят. Это древесно-фруктовый аромат с нотками нектарина, груши, мускатного ореха.
Этот, в общем, аромат для мужчины с яркой индивидуальностью, разборчивым вкусом и творческим мышлением. Очень особенный, очень интересный аромат, на который женщины обращают внимание. И обратите внимание, такой флакон из тяжелого стекла с элегантным дизайном, он подчеркивает высший класс аромата. Верхние нотки нектарина, груши, мускатного ореха, они окутаны соблазнительным мускусным шлейфом. О бренде Signature, давайте пару слов скажу. Это аромат для мужчины, который выделяется из толпы, не боится рисковать. Наверное, вот больше не нужно говорить. Рядышком мы найдем Ascendant Aqua. Свежий аромат, свежий чистый аромат с нотами грейпфрута. Он символизирует глубины океана, которые таят неведомую мощь. Они покоряются вам и раскрывают силу, бодрящую силу энергии воды. Флакон, опять же, с холодного матового стекла, он символизирует чистоту и глубину морских волн. Два обалденнейших аромата. Таких же обалденных, как и следующие два аромата, это Excite Force. Как вы видите, его представляет в нашем каталоге Дима Билан, который представляет уже второй аромат, даже если возьмем женскую линию, то это третий его аромат вместе с компанией Reflame. Но это непреодолимо такой соблазнительный аромат. Это аромат, который воплощает настоящую мужественность, мощную и нежную одновременно. Фишка – это сочная дыня, которая удачно сочетается со свежестью растертых между пальцами сосновых игл и довершает композицию шлейф из черной амбры. Ну, наверное, нету смысла вам говорить о том, кто такой Дима Билан. Конечно, вы не девочки-подростки, которые прыгают до потолка, когда слышат его песни, либо видят его на сцене. Но как мужчину, наверное, его нужно уважать за то, что человек, который выбился в большие люди сам, работая много над собой, работая над своим голосом, над своим имиджем, создавая и воплощая в жизнь многие классные песни, создавая обалденные концертные программы, то есть человек, который побеждал на Евровидении. Oriflame любит таких людей, которые себя сделали сами, и именно такие люди появляются в наших каталогах как символы и соавторы очень мощных ароматов. Кстати, Excite, первый аромат Дима Билан, это просто, наверное, самый продаваемый парфюм, который сейчас есть. Ну, а рядышком мы находим S8 Night. Это чувственный аромат с 8 сильными нотами. Он оставляет абсолютно неизгладимое впечатление, символизирует он сам по себе Стокгольм, да, вот S это Стокгольм, а 8 это 8 различных компонентов, которые между собой сочетаются. 8 основных нот, представляете, аромат с 8 основными нотами. Бергамот, теплая лакрица, чувствительный мускус, вот 3 основные такие ноты, которые определяют его звучание. И опять же, Стокгольм это город с кипучей энергией. Он сочетает в себе и стиль, и чувственность. Обратите внимание на эти ароматы, потому что они уникальны. Ну, если продолжать дальше, мы уже не будем останавливаться на каждом из них. Вы видите, опять же, Glacier Ice от Евгения Плющенко, еще одного очень известного человека, чемпиона Олимпийских игр, спортсмена. Аромат холодный и очень приятный. Если мы возьмем базовую серию по уходу за лицом и телом, это North for Men, да, специальная серия North, мы найдем тут все, и пены, и бальзамы после бритья, дезодоранты любого типа, и шампуни, гели. Отличная серия, которой я пользуюсь, которая у меня полностью заменила и жилет, и Нивею. Я абсолютно рад этому. Кстати, рядышком вы увидите абсолютно без намека. Это серия Hair X специально для восстановления, для густых волос. Почему? Потому что это еще одна проблема. Да, девушки жалуются на то, что у них там иногда там при расчесывании, при мыте волос там что-то там выпадает, там кончики секутся, ля-ля, тополя. У мужчин проблема совершенно другая. У нас, если волос начинает выпадать, то это уже все капец. Да, хорошо, если мужчина нормально, адекватно это все воспринимает. А если это человек, который боится того, что жизнь преподносит изменения, не может приспосабливаться быстро к изменяющейся ситуации. Да, в конце концов, это человек, который при первых признаках мужского выпадения волос все-таки начинает работать над собой, а не пускает на самотек, то эта серия для вас. Почему? Потому что Hair X имеет под себя много подразделений. Но мы возьмем конкретно эту серию.
Он содержит, любой продукт из этой серии содержит 6 гингерол комплекс, который укрепляет волос. Но именно эта серия содержит еще и протеин дрожжей, который вырабатывает дополнительно кератин, который в свою очередь является протеином, белком, восстановлением здоровья волос. И мы здесь видим, как укрепляющий шампунь, так специальный тоник-уход для корней волос. То есть после того, как вы сполоснули шампунем голову, да, протерли полотенечком, подсушили волос, после этого наносите тоник, массажируете ваш волос. И хочу сказать, что по себе был у меня определенный период, когда была высокая стрессовость, обратил внимание на то, что волосы после мытья выпадало больше. При применении этой серии данная проблема исчезла. И таких положительных отзывов огромнейшее количество. Даже вот смотрите, 81% протестированных людей подтвердили заметное укрепление волос. Это говорит о эффективности наших продуктов. Также, я так понимаю, что в ванной комнате любого мужчины наверняка должен быть и мыло, и гель для душа. У нас есть продукты универсальные, есть продукты специальные для мужчин, как видите, вот Discover, бразильский вариант, бразильское приключение. И советую приобрести, потому что большая скидка, и плюс каждый из этих продуктов участвует в благотворительности. То есть, когда вы приобретаете продукт, определенная сумма денег от Oriflame уходит в помощь детям. Быть может, благодаря тому, что мы с вами покупаем эти шампуни, эти парфюмы, эти гели для души и мыло, сейчас кто-то в детском доме учится и создает свою будущую жизнь. Кто его знает, кого на самом деле мы поддержали и кому мы помогли дать путевку в жизнь. Ну, также то же самое касается специальной пасты для зубной пасты. В данном каталожном периоде вы найдете со скидкой Optifresh травяной комплекс. Содержит в себе мяту, эвкалипт, розмарин и фенхель. Каждого из них своя функция. Как видите, 8 эффектов у любой зубной пасты Optifresh, которая, подчеркну, одобрена Шведской ассоциацией стоматологов. Это защита от кариеса, от зубного налета, от зубного камня. Это дополнительная защита эмали, здоровые десны, свежее дыхание, крепкие зубы и эмаль без пятен. Хорошая стоимость, хорошая цена. Рядышком вы найдете ополаскиватель и зубные щетки. Да, вот у меня вот точно такая зубная щетка, которая показана на слайде. Я доволен, она мне нравится, очень эффективная и рекомендую вам. Опять же, продолжаем ряд продуктов, которые подходят женщин. Я хочу обратить ваше внимание на специальную серию, которая называется Giordani Gold. Это наша элитная серия декоративной косметики. И на этом слайде я подобрал два продукта, которые наверняка подойдут вашей возлюбленной по той простой причине, что это универсальные продукты. Это отличная объемная тушь для ресниц, которая создает густоту ресниц и выразительность взгляда. И это карандашик. Ну, черный карандаш, я уверен в том, что любая девушка, как есть такой принцип, да, что у каждой девушки должно быть маленькое черное платьице. Так у каждой девушки должен быть вот такой точно маленький черненький карандашик. Это обязательно у всех есть. Почему я говорю про серию Giordani Gold? Потому что это наша премиум серия, она подороже и поэффективнее, и далеко не каждая девушка имеет возможность себе позволить приобретать продукцию в данной серии. Поэтому, если вы, да даже скажем так, не если, а когда вы приобретете продукт из данной серии и подарите вашей возлюбленной, либо вашей супруге, либо просто любой девушке, женщине, которой вы хотите сделать подарок, я уверен в том, что это останется замеченным. Наше задание, да, мужчин, это обращать на себя внимание. Да, мы можем покупать какие-то продукты, которые нужны для базового ухода. Но тем не менее, когда мы делаем шаг вперед и дарим что-то, ну, необычное, нужное, то, на что девушка наверняка бы, ну, подумала бы перед тем, как потратить деньги, потому что все-таки это хороший бюджет, это никогда не остается незамеченным. Это дополнительные пару очков вашей кармы, вашей копилки. Двигаемся дальше, продолжаем парфюмерную серию. Такие простые предложения — это мужской спрей Perfum Go и парфюмированный спрей для тела Miss Relax, Miss Happy. Молодежная серия, которая позволяет создавать настроение, нужный образ. Хочешь быть построже, поэлегантнее, пожалуйста, шарм, хочешь быть
хочешь погорячее, hot и секси. В общем, выбирайте, как вы хотите быть, выбирайте себе тот имидж, который вы хотите нести, и пользуйтесь, потому что просто, дешево и эффективно. Ну, последний такой вот мужской аромат, который я бы хотел вам представить в этом каталожном периоде, на который есть смысл обратить внимание, это наш аромат Glacier. Ну, это классика, наверное, классическая классика. Когда-то я тоже начинал с этого аромата, приобретая его для себя. Это аромат мужчины, который хочет бросить вызов. То есть, когда вы хотите решиться, когда вам нужно настроение обрушить горы и быть убедительным, пользуйтесь этим ароматом. Он содержит в себе розмарин и полынь, мяту, и на самом деле это для мужчины спортивного духа. Вы можете не выглядеть как там спортсмен-бодибилдер, но если ваш дух спортивный, дух направлен на достижение, то это 100% ваш. Причем обратите внимание как бы на смесь этих трав, это абсолютно эксклюзив. Ну, мне, допустим, очень сильно нравятся ароматы, которые содержат в себе полынь. Еще один аромат, который я бы по вам порекомендовал как хороший презент. По моему опыту, большинство женщин, ну, наверное, 99% женщин, которые тестировали этот аромат, он им понравился. Это специальный женственный, чувственный аромат. Это парфюмированная вода, то есть, соответственно, это более высокая стойкость, чем у обычной туалетной водички. Это наш Love Potion, это специальный бренд, бренд страсти, вы видите. И по сопровождающей картинке вы видите по формату флакончика этот бордовый цвет, это форма в виде пирамидки, да, вот как Эйфелева башня, то есть Франция, романтика, страсть и все такое. Это то, что очень сильно действует на женщин, которые являются клиентами, и это то, что помогает девушке прочувствовать на самом деле себя, да, это смесь натуральных афродизиаков, это пряный имбирь, цветы какао, шоколад, все это вместе сливается в соблазнительный такой вот восточный аромат, аромат чувственного соблазнения. Поверьте мне, что, ну, уже не говорю про упаковку картонную, да, в которой это все сложено, это все выглядит очень шикарно, это все выглядит очень круто, и обратите внимание, 50% скидка. Почему обращаю ваше внимание на этот продукт? Потому что по очень выгодной цене вы можете сделать для своего близкого человека, для своей любимой, обалденнейший подарок. И хочу подчеркнуть просто вот, не хотел я включать этот слайд в наш видеообзор, но все-таки это сделаю. Почему? Потому что для тех, у кого есть возможность получить специальное предложение от компании, это у самых наших продуктивных консультантов, есть возможность для вас в этот период сделать большую скидку на очень-очень-очень классный парфюм. Кто такой Дэвид Бекхэм, если вы мужчина, скорее всего, вы знаете. Да, это известнейший футболист, который, опять же, наверное, был кумиром миллионов. Совсем недавно он, в принципе, закончил играть. Сейчас является совладельцем американской футбольной команды. Женат на одной из участниц Spice Girls. Да, в общем, отличный семьянин. По-моему, я вот, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, когда он был замечен в каких-то скандалах, вообще как их семья, которая является людьми, которые определяют, которые являются законодателями моды. Вот я не помню никаких скандалов, которые были бы в этой семье. То есть они детей воспитывают, и бизнес строят, и помимо всего прочего, не забывают о том, что есть такая классная компания, как Oriflame, и вместе с данной компанией был создан аромат David Beckham Classic. Почему нету в каталоге этого продукта? Потому что это особая серия, у нас осталось ограниченное количество продукта, и вы можете его получить. Вот хочу вам сказать, что сам сказал Дэвид Бекхэм о своем аромате. У меня имеется свое чувство стиля, которое наиболее точно передает мою индивидуальность. Это туалетная вода Classic, подлинное выражение моего стиля, мужественный современный аромат, которым, как я надеюсь, понравится многим. Да, оно так и есть. Парфюм создавал Орье Гишар. Это не первый аромат, который он создает на мировом пространстве. И самое главное, что уникальный аромат. Содержит лайм, джин, тоник, албанское вино, это верхние ноты. Ноты сердца это мускатные орехи, пари, свежая мята. Базовые ноты это шлейф, амбрати, хаски, кедр и ветивер.
Соответственно, это аромат, который относится к древесным фужерным. Стойкий, отличный шлейф, который состоит из древесных теплых нот и придает данному аромату элегантность и шик. Кто такой мужчина в стиле аромата David Beckham Classic? Это вообще это аромат, который порождает много вопросов. Это умный или очень амбициозный, обладает напористостью и сексуальный. А быть может, мужчина консервативный, элегантный, с уточенными манерами или достаточно современный мужчина с безупречным, изысканным вкусом. Такого мужчину невозможно описать ни одним словом, ни даже двумя, поскольку все это говорит о нем. Это очень многогранный, мужественный в любых обстоятельствах, очень уверенный в себе мужчина с неотразимой харизмой и сексуальностью. В общем, если мы проанализируем того же Дэвида Бекхэма, мы знаем, кто такие спортсмены обычно, да, то есть это те люди, которые... Ну, редко свяжут 3-4 слова в одну уникальную красивую фразу. Да, такое общественное мнение. Но, тем не менее, тот же Дэвид Бекхэм своим примером мог показать, насколько он разногранен, насколько он умен, насколько он продвинут во всех отношениях и выбивается из такого, скажем так, вот классического контекста футболиста. Ну... Что еще подчеркнем, сам флакончик, обратите внимание, дизайн упаковки, уникальное, безупречное отражение повторимого стиля самого Дэвида, состоит из современных и классических модных идей, флакон выполнен в таком вот цилиндрической форме из стекла, украшенного гравировкой в стиле елочка, которая придает флакону уникальность даже на ощупь. Серебристая гладкая крышечка флакона выполнена так, что порождает особый контраст, да, вот с самим флаконом. Ну и интересная фишка от самого Дэвида Бекхэма, это то, что белое гладкое лого, оно немножко так вот смазано кругом вырезанных последних букв его имени. Так вот оно есть, и я уверен в том, что данный аромат вам понравится, потому что, я не знаю, в общем, все мои партнеры, которые приобрели этот аромат для себя, да, будучи партнерами компании Reflame, они все остались очень довольны. И это аромат, который обращает на себя внимание, так же, как на себя обращает внимание сам Дэвид Бекхэм. Но помимо всего того, что я вам рассказал, у нас есть еще одно замечательное дельце. Это наш 1001 продукт, как мы его называем. Это наша лестница успеха, это наш бизнес. Хотим мы не хотим, каждый из нас обладает большим количеством желаний, стремлений. Но есть те, которые мечтают о новом автомобиле, особняке, о путешествиях, о прекрасной девушке рядом, либо о виде из окна, который располагает к отдыху и романтике. А есть те, кто имеет четкий путь, такой как наша лестница успеха, который позволяет вам шаг за шагом покорять новые вершины и достигать успеха. Я уверен в том, что когда вы себе зададите вопрос, вот сколько я реально стою, сколько я бы хотел зарабатывать, ваша сумма отличается от того, что есть на данном этапе, сколько вы бы хотели зарабатывать. Жизнь такая хитрая, что она нас оценивает такими, какими мы есть. То есть, если мы там зарабатываем пару сотен долларов в месяц, и кажется, что мы должны зарабатывать тысячи, к сожалению, нужно признаться себе, что ты стоишь сегодня вот 100, 200, 300 долларов в месяц. Почему? Потому что так ты себя позиционируешь, ты занимаешься теми вещами, которые приносят такие доходы, и, к сожалению, ты не стремишься двигаться вперед. У нас же немножко другое видение, мы обладаем не только лестницей успеха, но специальной образовательной программой. Вы можете зафиксировать название сайта, как бы, и ссылочку, по которой перейдете. Специальная программа, которая в течение 90 дней позволяет вам изменить жизнь и выйти на тот уровень дохода, к которому вы давно стремитесь. К чему мы стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы помогать нашим партнерам развиваться. Зарабатывать процент от продаж, зарабатывать процент от построения вашей команды, зарабатывать статусы, премии и получать доходы, которых заслуживает человек, который уделяет внимание своему росту и развитию. Я уверен в том, что просто вот сейчас говорю, вижу вас, которые сидите перед мониторами компьютера и либо там, не знаю, там смартфона, и я честно, я понимаю, что те суммы, которые показаны на данном экране, вас возбуждают. Они не могут вас не возбуждать, если вы не являетесь настоящим мужчиной. Поэтому не ждите долго. Переходите по ссылочке, которая указана, да, rich90dnei.blogspot.com. Регистрируйтесь на нашу программу, регистрируйтесь на наш курс, который изменит вашу жизнь. С вами обязательно встретиться, созвониться,
по телефону, в скайпе, спишется в электронной почте, либо свяжется в социальных сетях один из наших представителей, который поможет вам и оформить регистрацию, и влиться в нашу команду. Ну и если вы хотите приобретать наш продукт, соответственно, объяснит вам, как это сделать. Итак, дорогие друзья, меня зовут Евгений Враби, сегодня я вам представил информацию по новинкам и базовым продуктам 14-го каталога, которые должны быть интересны настоящим мужчинам. Вы познакомились с продуктами и для себя, и то, что можно презентовать вашей второй половинке. Я вам рассказал о нашем 1001 продукте, который называется «Бизнес-возможности Oriflame». И более того, я вас пригласил в специальную программу, которая в течение 90 дней позволит вам достичь первых существенных финансовых результатов и создать видение, как зарабатывать серьезные деньги в течение года. И я уверен в том, что мы с вами в дальнейшем встретимся. Регистрируйтесь в нашу программу, связывайтесь с нашими партнерами и, конечно же, я вам, как обычно, желаю до новых встреч.